Всем привет, ребят. Ну что, сегодня у нас будет очередной тест Лидокрыла на угольной армии. Сейчас я подберу составчик. Посмотрим, сможем ли мы трешивать. В прошлый раз я бегал там не особо донатным составом, и у нас получилось, в принципе, неплохо набить. Сейчас мы возьмем сюда, опять же, интересных героев. И попробуем тоже трешануть, если получится, конечно. Так, возьмем замедление, пусть будет, и поставим сюда живо, чтобы они жевали. Попробуем, сможем ли мы с ним затащить. Так, берем сюда ангела, ставим. Хотя, в принципе, что я здесь ставлю? Ну ладно, пораставляем героя хотя бы так. Ладно, пусть он стоит, может кто-то сольется. На сердцеедке поехали сюда. Создать команду. Сразу же у нас пропало все печально, значит, не затащим. Так, что это такое было, я не знаю. Сбиваем полностью все. Вот наша снежинка, расставляем. Вот так вот пачечку нашу. Башенки можно, в принципе, поставить. Может, спасут, но, я думаю, вряд ли. Так, так, чтобы симметрично все было, надо сделать. Так. Так, и тут еще одну влепим. Даже вот так вот сделаем. Все, мегараста готова. Ногую сейчас затащим. 100%. Так, один тотем. И второй тотем. Такс. Кого сюда влепим? Попробуем. Ну, конечно же, влепим сюда Ледофеникс. Вот такой вот он у нас будет. По центру у нас будет однозначно тыковка. Тоже и поставим ожилу. Так, кого мы сюда возьмем? Сердцеедку. Так. Так, 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 так. Сердцеедка будет с той стороны. Анубиса однозначно придется нам взять сюда. Анубиса с этой. Так, теперь нам надо чем-то тыковку защитить. Командора, конечно, интересный вариант. Но у меня, правда, не атакующего плана. Но можно попробовать ворожей. Но мы возьмем сюда стрелка. Вот такого вот поставим ей тоже поживу. Так, Садхила. Что у нас будет интересного Садхила, если у нас будет стрелок? Можно было бы взять огника сюда. Мы попробуем без огника опять затащить ворожей, дерево, Фрэнки, хранитель. Финка. Есть еще у нас дополнительно Седна. Асурика нету смысла. Махатма, в принципе, как вариант. Давайте попробуем вот так вот. Вот такой вот у нас будет вариантик. Эсэ гарнизон. Если это можно так назвать. Ставлю. Попробуем. Командора тоже, кстати, неплохо здесь смотрится. Такс, поехали по героям. Так, тут ставим тоже воодушку. Почему воодушку, я уже не раз показывал. Особенно на волнах. Воодушевление сразу же дает возможность на следующей волне быть ему заряженным. Поэтому здесь особо ремка, конечно, не нужна, но мы уже ничего не можем поделать. Так, если тут у нас будет воодушка, значит, тут у нас будет герой, который нам не особо, точнее, питомец не особо будет нужен, если сольют героя. Поэтому ставим сюда вот так вот. Дальше. Первым разобрались. Тыковка однозначно жива. Ожива и... Так, ангела поставили, поехали дальше. Тут там у нас еще такой был
Это так, тут все остается. 2, 3. На хранителя поставим водушка плюс панчбокс. Есть. Дальше это 4 у нас стрелок. Тоже ставим ожилу. Вдруг сольется. И отхил, потому что с отхилом у нас все будет печально. И сердцеедка, да, у нас осталось. Сердцеедка у нас есть. Да, поставим вот так. Ну, вроде всех собрали, поехали. Попробуем. Рассмотрим, еще надо тотем и выставить. Так, отхил есть, один, второй, третий, все отлично. С этим разобрались, ставим сюда черепушку. Так, а сюда ставим Тессу. Вот так вот. В принципе, вроде как бы все. Поехали, посмотрим, что у нас получится. Почему я не беру Афину? Потому что я ставлю водушки на хранителя и на Анубиса. Соответственно, у меня будет он заряжать Ануба практически все время. Анубис будет ультовать. Вот сейчас увидите. Ну вот видите. Давайте ускорялочку возьмем. До волны 15. То есть у меня герои, по сути, всегда заряжены. Мне тут Афинка не особо нужна. Тыковка у меня и так будет заряжаться. А вот Леда Феникс начал уже. Да, видите, даже не успевает дойти. Самое главное, чтобы он не слился. Возможно, ему надо будет и оживу. Возможно, надо будет еще одного качать. Ну, чисто ради этой локации не вижу смысла в этом. Но с оживой тоже он очень хорош. Ну, опять же, более универсальный именно такой. Так. Отлично. Они просто, смотрите, они не могут просто подойти даже. Главное, чтобы не было никакой отражалки. Он включается, просто никого не подпускает. Супер. Вот это действительно супер герой. Плюс еще один плюс. Он не сливается на отражалках, если он включен. То есть ему стоит только включиться. Все. По сути, ему тут вообще никто не страшен будет. 18-я. Мы даже башни не потеряли. А, не, потеряли все-таки одну башню. Но на 19-й волне у нас еще постройки более-менее живы. Так, давай, подходи. Вот 20-я волна пошла. Все, он включился. Ну, просто супер. Как по мне, блин, реально кайф. Посмотрите. Даже башня живая еще до сих пор. Так, ведьма. Отлично. Так, у нас, по-моему, Анубиса слили. Но это не беда. Это реально все фигня. Смотрим. Посмотрите, что делается. 665. Да, вы там начнете говорить, это донатный состав. Но я думаю, тут намного больше. Тут в зависимости от того, сколько, видите, 665. Ну, в 100 мы вряд ли попали. А может и попали. Где-то мы здесь должны быть. Вот 65, топ 70 есть. И при том, что у нас нету от огнекрыла, нету там мега героев, даже ворожей над хил нам не нужен. Да, у нас там 9, но состав мне очень нравится. Поехали еще разок. То есть, по сути, есть у вас Леда Феникс. Просто обалденный герой. Да, кайф. В общем, кайф, ребят. Именно тот герой, которого все ждали. Я имею в виду без доната. Да, и донаты тоже реально очень помогает в многих ситуациях.
Что там у нас? Анубис опять слился, что ли? Или живой еще? Воу-воу-воу. По-моему, живой. Или нет, не вижу. Да, все, Анубис. Анубис ушел в спадки. Смотрите, вообще супер. Тут замедлили, там то... Ай. Так, ну смотрим, видите, разбежались немножко. А, все, слились. 290. Ну, первая попытка есть, то есть... В принципе, я вам скажу, что реально... Герой просто супер. Любая его сборка, прокачка будет вам очень многом помогать. Все, пишите комменты, подписывайтесь, как обычно, лайки, репостики. Ждите новых видосиков. А я побежал трэшевать дальше. Всем удачи. Всем пока.